Письма очень долго идут. Не сердись, почту обвинять не годится. Рассказали мне, жил один влюбленный радист до войны на острове Диксон. Рассказали мне, был он не слишком смел и любви привык сторониться. А когда пришла она, то никак не сумел с девушкой-радисткой объясниться. Но однажды вихри приказов и смет, график передачи ломая, выбил он, целую, и принял в ответ. Что передаешь? Не понимаю. Предпоследним словом себя обозвав, парень объяснений не бросил. Поцелуй восьмерками зашифровал, он отстукал 88. Разговор дальнейший был полон огня. Милая, пойми человека, 88, как слышно меня? 88, проверка. Он выстукивал восьмерки упорно и зло днем и ночью, в зиму и в осень. Он выстукивал, пока в ответ не пришло. Понимаю. 88. Я не знаю, может, все было не так, может, более обыденно, пресно. Только верю твердо, жил такой чудак. Мне в другое верить неинтересно. Вот и я молчание не в силах терпеть, и в холодную небесную просень сердцем выстукиваю тебе. Милая, 88, слышишь? Эту цифру молнии шлю, мчать и через горы, и реки. 88, очень люблю. 88, навеки.